Мост, который хранит секреты передвижения во времени на любые расстояния. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Алина Красильникова. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ об утверждении в должности президента Казанского федерального университета Рияза Минзарипова. Основанием послужило решение ученого совета Казанского университета от 24 ноября 2022 года. В должности президента Рияз Минзарипов утвержден с 19 января 2023 года по 18 августа 2027 года. Он окончил Казанский университет в 1976 году и с тех пор не покидал альма-матер. Он прошел трудовой путь от заместителя секретаря Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи Казанского государственного университета до президента КФУ. Совсем недавно стоял вопрос о том, что знаменитый горбатый мост все-таки подлежит сносу. Однако эта история получила новый виток развития. Какая судьба ждет мост, расскажем далее. Горбатый мост длиной в 65 метров находится в Кировском районе, рядом с речным техникумом и улицей Гладилова. Это первый мост в Казани, построенный из железобетона. В свое время по нему ходила конка, затем трамвай, ездили машины, а в военное время даже танки. Но такую удивительную конструкцию ждет неутешительный финал. Горбатый мост – историческое наследие Казани. Конструкция была установлена еще в 1928 году, и поскольку с момента постройки прошло около 100 лет, мост уже пришел в негодность. Уже в 1960 году по Горбатому был запрещен проезд машин, а уже с 2009 года мост был признан аварийным, и по нему запретили даже пешие переходы. Недавно власти Казани сообщили, что для Горбатого моста уготовлена участь – снос первой бетонной конструкции. Однако во время работ стало известно, что на этом земельном участке частично располагается объект культурного наследия федерального значения. Сам по себе объект – это начало 20 века, то есть такой конструктивистский мост. По нему было принято решение, как бы полный его демонтаж и с воссозданием. Вот. Но для того, чтобы эту процедуру провести, будет затрагиваться еще и археологический слой, который находится под мостом и вокруг моста. И, наверное, даже часть находится под водой старому руслу Казанки. Необходимо выполнить раздел по обеспечению сохранности как бы непосредственно археологического слоя, который находится вот в районе этого моста. Из-за этого Комитет по охране объектов культурного наследия как бы это обозначил, что прежде чем начинать работы по одному объекту культурного наследия, нужно позаботиться, чтобы не был поврежден второй объект культурного наследия. Культурный слой, который был обнаружен на Горбатом мосту, слой слобод заречья 15-18 веков. В Госкомитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия приняли заключение о невозможности проведения земляных, строительных и иных хозяйственных работ. Демонтаж разрешено выполнять только после разработки и реализации раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Помимо этого, в документах обозначили, что демонтаж конструкции моста не скажется негативно на сохранности объекта. На это не повлияет и установка времени опор под мостом в русловой части Казанки, отсыпа грунта и оборудование временного моста. Технический слой, он вообще такой самый, наверное, с одной стороны он защищенный, так как он находится под землей, с другой стороны он менее защищенный, потому что его не видно, и когда ведутся земляные работы, очень легко повредить этот археологический слой. Но археологический слой, он всегда несет очень много всего интересного для исследователей, для культуры, потому что в нем скрытые фундаменты старых объектов, в нем могут быть какие-то обнаружены находки, которые когда-то так или иначе упали, да, в этот слой, потом там плюс еще был вот это старое русло реки Казанки, да, то есть этот археологический слой может внести в себе очень много всего того, чего мы еще не знаем об Адмиралтейской слободе. Однако проведение временной подъездной дороги может затронуть культурный слой. Теперь необходимо выполнить меры археологического наблюдения на площади в 1,2 тысячи квадратных метров. Сначала нужно исследовать археологический слой, сохранить его максимально, да, то есть сохранить, там, возможно, найти находки, перенести их в музей. Когда территория будет подготовлена, начать работу по демонтажу и воссозданию уже последующего моста. То есть, сохраняя один объект культурного наследия, нельзя уничтожать другой объект культурного наследия. Так что с этой точки зрения
все процедуры должны быть произведены. Отметим, что изначально администрация заявила, что восстановить мост невозможно, но и разрушить просто так нельзя. Он обладает сохранным статусом. Поэтому власти решили снести его, а потом построить копию, максимально приближенную к оригиналу. Горбатый мост будет воссоздан. Для этого с существующего моста будут сняты все необходимые замеры, составлена его 3D-модель, оформлены обременные чертежи. Как сложится судьба Горбатого моста, мы узнаем совсем скоро. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универньюз. Телепортация для людей всегда была чем-то на грани фантастики, но, кажется, мистические передвижения во времени на любые расстояния стали реальны. Так ли это? Узнайте в следующем сюжете. На протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира изучают такое явление, как телепортация. Многие из них смело утверждают, что это невозможно, но посредством множества экспериментов они смогли доказать обратное. Законы, по которым существуют мельчайшие частицы, отличаются от привычной нам физики. Элементы всегда находятся в каком-то состоянии, в целом на этом и строится вся квантовая механика. Когда говорят про квантовую телепортацию, они не говорят про телепортацию частицы оттуда сюда. Они говорят о том, что у вас есть две частицы, эта частица находится в каком-то состоянии, и вы телепортируете это состояние на другую частицу, заранее подготовленную. Вот о чем идет речь. Вот это есть явление квантовой телепортации. То есть это не перемещение, как в Star Trek или в каком-нибудь другой научно-фантастической франшизе, это именно перенос состояния. Ключевая идея телепортации энергии заключается в передаче квантового состояния частицы из одного места в другое с помощью так называемого квантового запутывания, при котором квантовые состояния нескольких частиц зависят друг от друга. Если энергию одной из связанных квантовых частиц можно измерить, то эту же величину можно извлечь из другой, где бы она ни находилась в этот момент во Вселенной. С фотонами проще всего это сделать с так называемой поляризацией. Поляризация — это направление, куда смотрит электрический вектор, потому что фотон — это квант электромагнитного поля, электромагнитное, вот направление электрического поля, оно характеризуется поляризацией фотона. И для этого нужным образом нужно организовать квантовую запутанность, так называемую. Это состояние, при которой, ситуация, при которой состояние частиц связаны, и изменение состояния с одной частицей мгновенно сказывается на состоянии другой. Стоит отметить, что в этом случае нельзя воспринимать в буквальном смысле явление телепортации. Энергия частиц не приобретается и не теряется, она просто передается. И, к сожалению, это перемещение не может послужить базой для развития полноценной телепортации. Физики Казанского федерального университета участвуют в развитии данной тематики, публикуют научные статьи и проводят необходимые исследования. Это кажется заманчивым, например, одну частицу оставить на Земле, а другую в соседнюю галактику отправить, тогда мы сможем связываться. Но, к сожалению, пока мы, физики, не знаем способа, как это сделать, кроме как добавить обычную информацию. Вот. А для того, чтобы эта идея о телепортации полноценной могла бы здесь быть реализована, если бы мы, например, брали какой-то объект, ну там камень или яблоко, считывали информацию о каждом атоме и молекуле и собирали бы его где-то на том конце. То есть тогда бы мы даже, это была бы не столько телепортация, сколько копия. Квантовые технологии полезны и в обычной жизни. Их можно применять для решения проблем моделирования в области химии, а также для разработки медикаментов, усиления работы с массивными данными искусственного интеллекта и повышения безопасности конфиденциальной информации. Одним словом, они значительно помогут оптимизировать жизнь человека и перейти к созданию более сложных схем для коммуникации, чем те, которые существуют на сегодняшний день. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Ежедневно университеты получают сотни сообщений от абитуриентов. Обратная связь для будущих студентов невероятно важна. Друзья, мы знаем, что вас интересует, поэтому регулярно проводим для вас прямые эфиры. Подробнее о них расскажет моя коллега. В Казанском федеральном университете продолжается серия прямых эфиров для абитуриентов. КФУ Live — программа, объединяющая на своей площадке главные лица институтов и факультетов. В прямом эфире они готовы ответить на любые вопросы будущих студентов. Узнать обо всем, начиная с перечня необходимых предметов и заканчивая тонкостями прохождения вступительных испытаний, можно всего лишь подключившись к трансляции. Она доступна на официальной странице Казанского федерального университета ВКонтакте. Подготовку мы осуществляем по всем направлениям.
Это бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Ну и, собственно, наверное, хотелось бы перейти к вопросам сразу. Да, конечно. Сейчас мы более подробно уже ответим на конкретные вопросы. И напомню, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте Казанского федерального университета. В этом году состоялось уже 5 прямых эфиров. В их числе выпуски с представителями Института геологии и нефтегазовых технологий, юридического факультета, Института управления экономики и финансов и Института психологии и образования. Сегодня прошла трансляция для абитуриентов Института международных отношений. К нам абитуриенты обращаются регулярно. И не только абитуриенты, на самом деле здесь обращаются и педагоги, и наши дорогие родители абитуриентов. Поэтому здесь, я думаю, что это каждодневный процесс взаимодействия и со школами, и с родителями, и с абитуриентами. Причем абитуриенты у нас есть разные целевые группы. Это иностранные абитуриенты, есть иностранные у нас абитуриенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Разумеется, есть ребята из регионов Российской Федерации, из муниципальных районов Республики Татарстан, но и с каждым мы находим общий язык. Подготовка к поступлению в университет – тот этап, который не просто держит напряжение. В этот период возникает огромное количество вопросов не только образовательного, но и организационного характера. Ближайшие прямые эфиры состоятся 26, 27, 30 и 31 января. Чтобы не пропустить их, следите за обновлениями в официальной группе Казанского федерального университета ВКонтакте. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!